Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Снеговик, Крошка, Крошка, Аркс, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника», «Крошка, Крошка» будет аниматроником, карта FNAF 1. Если все пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Короче, ты можешь брать аниматроника со всех паков, со любого пака полностью. Это у нас будет сегодня универсальная ночь. Пацаны, а чё вы не закрываете? Вот вы молодцы. Еще б чуть-чуть, смотрите, у нас, кстати, кончается здесь энергия. Давайте посмотрим, видно это или нет. Да. Как-то видно. Прощай. Ты по... Ты, короче, у нас сегодня кусок мяса, мы пожертвовали тобой. Ой. Почти зашел. А ты молодец. Кстати, есть анимация на контру, вроде, когда мы тебя фонариком слепим, ты можешь анимацию пугания делать. Да. Прикольно, да? Что? А ну контрол нажми. Во-во-во, типа когда мы фонариком тебя слепим, вот так ты глаза закрываешь. Типа ты ссышь. Так, пацаны, давайте с этой... А, с этой стороны открыто. Ходит, ходит. Прям слышь там твои шаги по этой карте. Ах ты псих, ты думаешь, я не знаю? Хорошо, что у нас аниматроник один, и мы можем его контролировать. Не открывай, не открывайте еще две, он может обмануть нас, я знаю. Он сейчас специально делает тактику, чтобы обмануть. У нас энергии очень много. Кстати, она не кончается. А-а-а, короче, этот, крошка-крошка, поди в подвал, нажми там, чтобы у нас энергия тратилась, то мы будем бесконечно выживать. Там такой звук будет характерный, типа генератор запущен. Во! А, ну-ка, давайте смотрим на... Все! Ребята, у нас кончается энергия. Уже мы теперь не сможем бесконечно двери держать открытыми. Давайте с фонариком повыживаем. Все-таки, мне кажется, очень антуражно. Закрывай, он бежит уже с этой стороны. Нет, он с той же стороны. Не обманишь. Ах ты хитрый жук, ты хочешь нас убить, да? Да не, ну ты хитрый, не откроемся. А, он с этой стороны? Да. Давайте включим камеры, чтобы нам было видно, где оно там ходит. Так, где у нас там прицел? Вижу, вот. Вон, с той стороны. Давайте с одной стороны хотя бы нам надо подсветить. Сторона камеры работает здесь, еще надо наугад. А я иду к вам на работу. В пиццерию. Вот, мы теперь видим. Он приполз, вон. Это левую сторону мы подсвечиваем. Вот он бежит! Закрывай! Я его убил дверью! Я его убил. Да ладно, это закон... Подожди, тут твой трупешный, что ли, лежит? Да, да. Ты тут валяешься, дохлый, ушел. Щенок. Так, отлично. Ребята, выживаем дальше. Энергия садится очень быстро. Я слышу, как он взял кого-то из аниматроников. Я слышу. Я иду к вам. Вы слышите, на улице какой-то такой гром идет? Атмосферно. Да, круто. Даже стоп-сон вот не хочу прописывать. Пусть будет. Шум такой вентилятора, компьютера слышно. А, он прибежал. Он здесь справа. Да, я вас вижу. Мы тебя тоже видим. А мы тебя нет. А, ты возле окна притулился. Так прикольно ты сделал. Вот он, вот он, вот он. Эй, спринтрап, а что ты заглядываешь? Прикольная анимация, кстати. Я смотрю. Я его вижу, я вижу, он ползет. Видите по камере, видно его. Вот он, вот он, вот он. А что ты тут делаешь так? Полыном тут моешь? Конечно. Кстати, анимация, тебе видно твои ноги. Ты что жопу нам тут просовываешь? Он сюда бежит. Ты уверен? Да. А мы нет. Ой, Фокси! Я успел! А, нет. А, ты через калитку меня убил? Нет. Я живой, так что все нормально. А я знаю, где ты живешь. Я живу. В России. Понимаю. Щит. Где он? Крошка, ты левый? Пацаны, я на складе майонез взял. Кто будет майонез? Я. Ой. Кетчуп. Сейчас, 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 пацаны там поумирают. Он убил их, а я живой. Нет, он меня не убил второй раз, вывезло, спасибо. Крошка, я же тебе сказал сидеть за левой. Куда? Я все равно наказал. Я же тебе сказал сидеть за левой дверью. Где майонез? Пацаны, майонеза взял. Кушаем. Майонез.
Тут ключ есть. Давайте ключ возьмем и откроем склад, пойдем. В подвал. Пошли. Он идем. Не открывает. Открывается, этим ключом можно все открыть. Это волшебный ключ. Открывайте это дверь. Он подвал открывает. Открывайте. А ты ключ сюда. Не, не вот. Сюда надо, вот сюда, в эту дверь. Во, открылось, слышали? Знаете, он тут, а он тут, пацаны. Он а то сзади. Он был, да, разве? Да. Ну, Дима, судачите в жизни тогда, мы побежали с Арксом. Я перезавел. Да? Да. Ой, нет. Тут Фокси ходит. Кстати, он добрый, он меня вообще не трогает. Нет, да. Ладно, он меня трогает. Нормально, да, ошибся. Не караули, это правую дверь, а левую буду. Он идет какой-то. Так, пацаны, закрываем двери. Ой, извини. Это странно, да, извини. Прибежала Фокси. Слышь, ты чё? О, кстати, как он делает анимацию стучания? Там есть что ли такое? Там есть специальные кнопки. Знаешь, там есть у нас, короче, пилпак, знаешь, какой я тебе сейчас скажу, где... О, можно не говорить, ты и так понял, да? Я вас с другой стороны... А, возьми, короче, вот эти анимации... FUPPR2. VE. Они, кстати, с анимацией разговоров такие прикольные там, короче, звуки есть. Как тебе мой фонарик? Красивый у меня такой. Взял фантом охрану. Я его вижу. Ой. Ой-ой-ой. А он не может нас убить, он только скримеры кидает. Ого, у меня звук это заедание хэканья. Прикольно. Вот это пацаны разошлись, я тоже сейчас возьму мощное оружие. Я дробовик всего лишь. Пацаны, я с вами. Ты же не должен был меня убивать, крошка. О, так это продолжение Виджа Бейс. Прикольно. Ой, фонарик как-то, да? Тут у меня зацикливается. Ух ты, так сдалека? Да. А, так ты я... Да, ты меня убил. Я думал, ты меня просто в скримак кинул. Да ну ты что, чтобы крошка-крошка скримаки делал? А я иду. На работу в пиццерию. Пацанчиков мочить. А тебя закрыли. А я убегаю от тебя. Я иду спасать вас. Мочите его. Нет. Ладно, убил. У меня оружие было кончено. Но я могу исправиться, я сейчас могу мощное оружие взять. А. Огнестрельное оружие, которое поджигает все. На тебе, щенок! Ого, оружие. Нормально я тебя раскумарил? Да. Кстати, тут, пацаны, есть пасхалочка. Там чувак лежит вот здесь вот. В крови весь. Вы меня видите? Я с оружием бегаю здесь. А, вы же не знаете даже, куда смотреть. Ой. Я... Да? Ого, тут все горит. Да ну! Штор. Где он? Он идет по стороне какой-то. Вышел из... Пацаны, я иду. Ты уже подошел, Димас. Нормально. Закрывайте, все. У нас сейчас энергия что ли кончится? А нет, у нас еще половина. Конечно. Все, пацаны, пока посидим, давайте пошкеримся. А так вот он. Димас, вот он. Откройте дверь. Ух ты. Уходи. Выпусти меня. Выходи. Красавчик, ребята, выживаем дальше. У меня жизни столько много, это жесть. Прикольно гасит. Слышите? О, привет. Привет. А я могу его этим этой оружкой убить? Сейчас попробую. Я вас через стенку вижу. Six. А ну иди сюда. Вон он. Не открывайте, она замочит сразу. А я вас вижу через стенку. А, нет, ты не можешь нас видеть. Вижу. Блин, а меня что, видно было, да? Да. Вот, блин, палевно сильно, да? Я видел, как ты с той стороны бежал туда. Ой, физган вместо оружия. Что? Убегай! Бегите, я вас отвлек на себя. Куда ты убежал?
А я знаю, куда ты побежал. Нет, мелкий. Где он? Он превратился в этого... Ой-ой-ой, меня аж колбасит тут. Так. Он пригвоздил меня. А я тоже взял пригвождатель, мы одинаково подумали. А, да, ты дотягиваешься? Конечно, у него ж бьет через всю карту, походу. Кажись. Ну он там вот, короче, пригвождённый был. А я да? Вижу тебя в инвизе. Я буду, короче, защищаться. Буду максимально по нему стрелять. На... А? Ого! Ого! Неожиданно! Я сам от себя думаю, что надо такое что-то жестко вымочить. Нормально, пацаны? Карта пройдена успешно. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, коммуникируйте, ставьте в ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока!